Штирлиц, а вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Швейцария, Берн. Нет, господин Краут, нет. Как бывший государственный деятель Германии, вы отвечаете не только за ее прошлое. Вы не можете не думать о будущем нашей несчастной родины. Дорогой пастор, я политик, находящийся в эмиграции. Увы. Человек, который отсутствует, всегда неправ. Я перестал быть интересен Лондону, Белому дому, потому что там сидят политики, обладающие силой, а я лишен реального влияния. Вы знаете, никто так быстро не теряет профессионализма, как политик, лишенный власти. Ну, а в таком случае, кого же вы считаете серьезным политиком сейчас в Германии? После того, как Гитлер уничтожил всех лучших представителей оппозиции. Самый серьезный политик Германии... Это Гиммлер. Это кровавый человек. Он позор Германии. Он обладает реальной властью. Разрешите? Простите. А политик, обладающий реальной властью, это сила. С ним, только с ним и с кем другим, захотят иметь дело равнозначные политики. Неужели вы считаете, что американцы... Англичане, люди, исповедующие Христа, согласятся сесть за стол переговоров с Антихристом. Дорогой пастор, политика предполагает забвение ваших терминов. Христос, Антихрист, добро, зло. Политика предполагает точное соблюдение баланса силы. Вот. Почитайте. Мои друзья помогли мне получить запись беседы одного из крупных представителей СД, князя Гогенлоя. Это личный близкий друг Гиммлера. Беседы с одним из ведущих американских разведчиков здесь, мистером Даллесом. Это было год тому назад, уже год, друг мой. Пожалуйста. Вы знаете... Я забыл очки. А. Ну, смысл беседы сводится к следующему. Обе стороны понимают угрозу большевизма. Обе стороны озабочены будущим Германии, в которой проблема сохранения института национал-социализма должна рассматриваться, ну, что ли, не в плане сиюминутном, а в понимании перспективы. А может быть, это бумага, состряпанная нацистами? Я не верю этому. Я бы рад был согласиться с вами. Но, к сожалению, у меня есть все основания верить этому документу. Видите ли, Гитлер доживает последние дни как политическая фигура. И уж, вероятно, Геринг или Борман, они уже думают о том, как бы взять в свои руки всю полноту власти. Я, конечно, не верю, что Гиммлер может стать... какой-то особой фигурой и выдвинуться на первое место. Но этого желают определенные круги на Западе. Но я также думаю о том, что широкое общественное мнение, оно никогда не согласится с тем, что демократы сядут за один стол переговоров с человеком, который олицетворяет ужас национал-социализма. Вот, несмотря на то, что я до сих пор убежден, что Гиммлер самая сильная фигура сегодняшней Германии,
Я никак не могу себе представить, с одной стороны, как они сядут с ним за стол переговоров, а с другой стороны, как они сумеют удержать Германию в повиновении без Гиммлера. И вы думаете, такие переговоры возможны? Они уже идут. Здесь, в Берне. Ведет их личный представитель Гиммлера Карл Вольф с доверенным представителем американской разведки Даллесом. Сколь точны ваши сведения? Дорогой пастор, политик, находящийся в эмиграции, как правило, пользуется хорошо проверенными сплетнями. Это вы убеждены, что факт переговоров действителен? Убежден. Но мои друзья, оставшиеся в Германии, поручили мне позондировать возможность серьезных переговоров с союзниками, чтобы прекратить кровопролитие. Кто эти люди, которые просили вас позондировать возможность переговоров? Это честные люди. Это люди, сидящие в Министерстве иностранных дел и в партийном аппарате, и даже в СД. Кстати, люди, сидящие в СД, которые помогали мне уйти сюда, предостерегали вас, сидящих тут. Упаси Господи, верить Гиммлеру. Ему ни в чем нельзя верить. С ним и его людьми нельзя садиться за стол переговоров. У меня к вам вопрос. Вы вполне доверяете людям, которые вас сюда перебросили? Тому, кто переправил меня, я доверяю всецело. Да вот что. Мои друзья сообщили мне о том, какие вопросы затрагиваются на встречах, которые так часто бывают между Даллесом и Вольфом. Особое внимание обратите на этот документ. Совершенно секретно, Берн Даллесу. Предлагаю впредь операцию с Вольфом именовать кодовым названием Sunrise Crossword. Начальник стратегических служб США, генерал Донован. Берт Юхансон, улица Свейвегерс, 7. Стокгольм, Швеция. Тетя Эльза гостила у нас в Берне Лозанне. Чувствует себя хорошо, только очень скучает. Каждую неделю пишет письма домой. Густав. Через двое суток в Москве прочтут следующие донесения из Стокгольма. В Берне и Лозанне идут переговоры между личным представителем Гиммлера Вольфом и Даллесом. Подробности об этих переговорах буду сообщать еженедельно по установленному каналу связи. Теперь ответьте мне на один вопрос. Где пастор Шлак, дорогой Штирлиц? Вот с этого и надо было начинать. Мне лучше знать, с чего начинать!
Я понимаю, что вы переволновались, но все-таки не следует забывать такт. Группенфюрер, я позволю себе говорить с вами в открытую. Позволите себе? А как я? Группенфюрер, я понимаю, что все телефонные разговоры Бормана ложатся на стол Рейхсфюреру после того, как их просмотрит Шелленберг. Я понимаю, что вы не можете не выполнять приказов Рейхсфюрера, даже если они инспирированы вашим другом и моим шефом. Я очень хочу верить, что шофер Бормана арестован гестапо по прямому приказу сверху. Я уверен, что вам приказали арестовать этого человека. Почему вы так считаете? Вам поручили скомпрометировать меня любыми путями, на любых людях, при любой комбинации, для того, чтобы я не мог больше встречаться с Портагеносом Борманом. Я видел, как вы строили весь сегодняшний наш день. У вас было все, как всегда. У вас не было вдохновения, потому что вы понимали, кому выгодно, а кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Зачем? Я смогу вам рассказать только после моего возвращения. Сейчас у меня больше нет времени. В 5 часов меня ждет Борман. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня. Где вы встречаетесь с Борманом? У музея природоведения. Кто будет за рулем? Второй шофер? Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленберга. Кто это мы? Мы. Патриоты Германии и фюрера. Вы поедете на встречу в моей машине. На встречу с Борманом поедете в моей машине. Это в целях вашей же безопасности. Спасибо. В портфель положите диктофон. Запишите всю беседу с Борманом. И обговорите с ним судьбу шофера. Вы правы. Меня вынудили взять его и применить к нему 3-ю степень устрашения. Потом вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет вас ждать там же, возле музея. Это неразумно. Вы знаете, где я живу? Вот вам мой ключ. Поезжайте туда. В прошлый раз Борман подвозил меня домой. Если бы шофер признался в этом, я надеюсь, вы бы не мучили меня все эти 7 часов. А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, и ваши муки прекратились бы 7 часов назад. Если бы это случилось, группенфюрер, вы бы остались один на один с многими врагами здесь, в этом здании. И я не убежден, что вы бы победили. Хай, Гитлер! Да ладно вам. У меня и так в ушах звенит. Я не понимаю. Бросьте. Все вы прекрасно понимаете.
Фюрер не способен принимать решения. И не следует смешивать интересы Германии с интересами Адольфа Гитлера. Вы отдаете себе? Да, 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 да. Да! Я отдаю себе отчет. Тут нет аппаратуры прослушивания. А вам никто не поверит, передай вы мои слова. Да вы не решитесь их никому передавать. Но себе, если только вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, себе отдайте отчет. Гитлер привел Германию к катастрофе. Я не вижу выхода из создавшегося положения. Понимаете? Не вижу. Сядьте, сядьте. Сядьте. Еще есть 20 минут, а ехать вам 10, от силы 12. Вы что думаете, у Бормана есть свой план спасения, отличный от планов Рейхсфюрера? Вы об этом подумайте. Люди Гиммлера за границей под колпаком. Он требовал от своих агентов дел, он их не берег. А ни один человек из германо-американских, германо-английских и германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот вы о чем подумаете. И объясните вы ему, только, конечно, постарайтесь это сделать тактичнее, что без профессионалов, когда все и очень скоро кончится крахом, он не обойдется. Сидите, сидите, пожалуйста. Большинство вкладов Гиммлера в иностранных банках под колпаком союзников. А у Бормана вкладов в Остократ больше, о них никто не знает. Никто. Помогая сейчас Борману повалить его противника, выговариваете себе гарантии на будущее. Золото Гиммлера – это пустяки игры, это прикрытие золота Бормана. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера, оно бесконтрольно. Он понимал, что оно служит близким тактическим целям. А вот золото Бормана, золото партии, оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, которые возят к ним любовниц под объективы Шелленберга. Для тех сотен тысяч интеллектуалов, которые по прошествии времени поймут, что нет в мире иного пути, кроме национал-социализма. Золото партии – это мост в будущее. Это обращение к нашим детям, к тем, кому сегодня месяц, год, три. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи.
Они нам не простят голода и бомбежек. А вот те, которые сейчас еще ничего не смыслят, они будут говорить о нас, как о легенде. А легенду надо подкармливать. Надо создавать тех сказочников, которые переложат наши слова на иной лад. Тот, которым будет жить человечество через 20 лет. Как только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «Хайль» в чей-то персональный адрес. Знаете, там нас ждут, оттуда мы начнем свое великое возрождение. Вам сколько будет в 1965-м? Под 70. Счастливчик. Вы доживете и будете играть свою партию. 70 лет возраст расцвета политиков. А мне будет под 80. Поэтому меня волнуют ближайшие предстоящие 10 лет. Если вы хотите делать свою ставку, не опасаясь меня, а наоборот, рассчитывая на меня, помните, Мюллер, гестапо, старый уставший человек. Он хочет спокойно дожить свои годы где-нибудь на маленькой ферме с голубым бассейном. И ради этого я готов поиграть в активность. И еще. Конечно, этого не надо говорить Борману, но сами-то запомните. Для того, чтобы из Берлина перебраться на маленькую ферму в тропике, не следует торопиться. Многие шавки фюрера побегут отсюда очень скоро и попадутся. А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада, и солдаты будут сражаться за каждый дом, тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая за собой дверью. Уйти и унести тайну золота партии, которая известна только Борману и фюреру. И когда фюрер уйдет в небытие, надо быть очень полезным Борману. Он тогда будет Монте-Кристо 20 века. Так что сейчас идет борьба выдержек, Штирлиц. А в подоплеке-то одна суть. Одна. Простая и понятная человеческая суть. Теперь идите. Ну, что вы? Диктофон вам передаст Битнер около машины. Только не говорите мне, пожалуйста, что вы убеждены в победе Гитлера. Не надо, не отвечайте. Просто когда будете ехать, подумайте над моими словами и отдайте себе отчет в том, как я вас перевербовал за 5 минут, без всяких фокусов. О Шелленберге поговорим на досуге. Борману скажете, что без моей помощи у вас в Швейцарии ничего не выйдет. В таком случае ему будете нужны вы. А я стану лишним? Нет. Он понимает, что один я ничего не смогу сделать без вас. Не так-то у меня много своих людей в ведомстве вашего шефа.
Там прочесали весь район, ее найти не удалось. Что передают люди, оставленные у Штирлица? Никто не звонил, никто не приезжал. Пусть еще там посидят. А когда машина Бормана... Когда машина Бормана поедет к Бабельсбергу, сообщите им, что они могут уходить. И пусть снимут. Пусть снимут с квартиры контроль. Сообщить на станции, задерживать всех молодых женщин с грудным младенцем на руках. Младенец немедленно в полицию. Фотография там ее имеется? Да, разослана. Прошу. У меня нет денег. Они остались в разбомбленной квартире. Вот как. В таком случае я посоветовал бы вам обратиться в пункт по приему беженцев. Да. Я так и сделаю. Налет! Что случилось? Что? Что? Я говорю, налет. Пошли. Куда? В бомбоубежище. Давайте мы поможем нести ваших детей. Нет. Они будут со мной. Тогда поднимайтесь и быстрее. Thank you.
Помогите мне, пожалуйста. Да? Мой дом разбит. Он разрушен. А у меня нет даже пеленок. Я вас слушаю. Так вот, я не знаю, что мне делать. Хорошо, сейчас помогите, пожалуйста. Постараюсь. Интересно, интересно. А где разговор о шофере? Не уместился. Я не мог сказать Борману. Одну минуточку, я перемотаю пленку портрета Геноса Борман. Я сказал ему, что мне удалось установить, будто бы вы, именно вы, приложили максимум усилий для спасения жизни шофера. Что он ответил? Он сказал, что шофер, вероятно, сломан после пыток в подвалах, и что он не сможет ему больше верить. Его не очень интересовал этот вопрос, так что у вас развязаны руки, группенфюрер. На всякий случай подержите шофера у себя, и пусть его как следует покормят. Там будет видно. Вы думаете, им больше не будут интересоваться? Кто? Борман. Смысл? Шофер? Отработанный материал. На всякий случай я бы подержал. Вот где русская пианистка? Она бы сейчас очень нам пригодилась. Как у нее там дела? Ее еще не взяли из больницы? Я не понимаю. Каким образом она могла бы нам пригодиться? То, что ей надлежит делать в радиоигре, она будет делать, но... Это верно. Но представьте себе, если бы нам удалось каким-то образом связать ее с Вольфом в Швейцарии. Нет? Утопия. Может быть. Просто я себе позволяю фантазировать. И потом, вообще. Что? Ничего. Просто я анализировал ваше предложение. Эви перевез в другое место. Пусть не работает Рольф. Сейчас, по-моему, она для вас и годится. Он перестарался? Да, несколько перестарался. И поэтому его убили. Это мое дело, Штирлиц. Давайте договоримся. То, что вам надо знать от меня, вы будете знать. Я не люблю, когда подсматривают замочную скважину. С какой стороны? Я не люблю, когда меня держат за болвана в старом польском проферансе. Я игрок, а не болван. Всегда? Почти. Ладно. Обговорим и это. Прокрутите еще, пожалуйста, этот кусочек 1,80 м. Пожалуйста. Я заварю еще кофе? Заварите.
Коньяку? Нет, я его терпеть не могу. Он же с дубильными веществами. Разве? Да. А водка просто греет. Я люблю ее. Простую крестьянскую водку. Хорошо для сосудов. Вы хотите записать текст? Нет, не надо, я запомню. Там есть любопытный поворот. Знает ли Даллес, что Вольф представляет Гиммлера? Думаю, что догадывается. Думаю, в данном случае это не ответ. Если бы я имел точные доказательства того, что они расценивают Вольфа как представителя Гиммлера, тогда можно было бы всерьез говорить о развале коалиции. Если западные союзники согласятся иметь дело с Гиммлером, в таком случае мне будет необходима запись их беседы. Она может быть передана Геббельсу. И в случае использования ее на радио, я не берусь предсказать, как развернутся дальнейшие события в Кремле, Лондоне и в Белом доме. А здесь, в Берлине? Это само собой разумеется, это меня не волнует. Вы сможете достать такую запись? Сначала надо получить от Вольфа уверение в том, что он выступает как эмиссар Гиммлера. Почему вы думаете, что он не дал таких заверений Даллесу? Я не знаю. Просто я высказываю предположение. Пропаганда врагов третирует рейхсфюрера. Они считают его исчадием ада. Скорее всего, они попытаются обойти вопрос. Кого представляет Вольф? Главное, что их будет интересовать, сколь он силен. Кого он представляет в плане военной силы? Мне нужно, чтобы они узнали, кого представляет Вольф. От самого Вольфа. Именно от Вольфа. В крайнем случае, от вас. Чтобы проводить операцию, мне надо знать и понимать изначальную задачу. Этого можно было бы избежать, если бы я работал с целой группой. Когда каждый приносит шефу что-то свое. И из этого обилия материала складывается точная картина. Тогда мне не следовало бы знать генеральную задачу. Я бы выполнял свое задание, отрабатывал бы свой узел. К сожалению, мы лишены такой возможности. Как вы считаете, обрадуется Сталин, если ему позволить узнать, что западные союзники ведут переговоры не с кем-нибудь, а с Гиммлером? Не с группой генералов, которые хотят капитулировать, не с подонком Риббентропом, который полностью разложился и совершенно деморализован, но с человеком, который сможет сделать из Германии стальной оплот против большевизма. Я думаю, Сталин не обрадуется, узнав об этом. Сталин не поверит, если ему об этом сообщу я. А что, если ему об этом сообщит враг национал-социализма? Предположим, ваш пастор или еще кто-нибудь. Кандидатуру, вероятно, следует согласовать с Мюллером. Он может подобрать и устроить побег стоящему человеку. Мюллер все время пытается сделать нелюбезность. Насколько мне известно, его положение крайне сложное. Он не может идти ва-банк, как я. Слишком заметная фигура. И потом он подчиняется непосредственно Гиммлеру. Если понять всю эту сложность, я думаю, вы согласитесь со мной, что никто иной, кроме него, не выполнит эту задачу в том случае, если он почувствует вашу поддержку. Да-да, это детали. О главном. Ваша задача не мешать переговорам, а помогать им. Не затушевывать связь бернских заговорщиков с Гиммлером, а выявлять эту связь. Выявлять в той мере, чтобы скомпрометировать ею Гиммлера в глазах фюрера, Даллеса в глазах Сталина и Вольфа в глазах Гиммлера. Если мне потребуется практическая помощь, с кем мне можно поддерживать контакт? Выполняйте все указания Шелленберга. Это залог успеха. Не обходите посольство. Это их раздражает. Советник по партии будет знать о вас. А если мне потребуется помощь
против Шелленберга. Эту помощь мне может оказать только один человек. Мюллер. В какой мере я могу опираться на него? В свое время мы подумаем и об этом. Этот телефон не работает. А где есть телефон? На соседней станции. Вам что, очень надо позвонить? Очень. Ну, пойдемте. Особо опасный преступник. Разыскивается Кэтрин Кин. Именно этим каналом. Спасибо. А что касается вашего последнего вопроса, Спартагенос, то я думаю, что через несколько дней, ну, скажем, через 2, максимум 3 дня, я смогу дать точный исчерп. Извините, группенфюрер. Да-да, пожалуйста. Здесь Штирлиц. Это я. Да. Я... Да, Партагеноса. Сейчас буду. Да. Это я. Где вас ждать? Как лучше подъехать? Я в метро. Я в полиции. Как? Я зашла, чтобы позвонить к вам. Где это? Это Меркишес Музеум. Хорошо. Времени для раздумий не было. Если его телефон продолжали слушать, то данные Мюллер получит лишь утром. Хотя, скорее всего, Мюллер снял прослушивание. Это было не в интересах Мюллера. Он достаточно много сказал Штирлицу, чтобы опасаться контроля. Теперь главное вывести Кэт. Остальное можно додумать потом. Теперь Кэт. Хорошо, вас понял.
Может быть, вы подождете меня, группенфюрер? А Шольц побежит докладывать Гиммлеру, что я отсутствовал неизвестно где больше 3 часов. В связи с чем этот звонок? Вы не говорили мне, что он должен звонить. Вы слышали? Он просил меня срочно приехать. Сразу же после беседы с ним ко мне. Я буду у себя в кабинете. Вы считаете, что Шольц начал работать на хозяина? Боюсь, что начал. Он глуп. Я всегда держал исполнительных и глупых секретарей. Но оказывается, это хорошо. В дни побед. А на грани мира они начинают метаться, пытаясь спасти себя. Дурачок. Он считает, что я хочу умереть героем. Рейхсфюрер тоже хорош. Так конспирирует свои поиски мира, что даже Шольц догадался. Еще кофе? Нет, спасибо. Всего через полчаса Кэт с детьми сидела в машине Штирлица. Еще полчаса Штирлиц мотался по городу, наблюдая, нет ли за ним хвоста, и слушал Кэт, которая рассказывала ему про то, что случилось с ней. Слушая ее, он старался разгадать, было ли ее поразительное освобождение частью в дьявольской игре Мюллера, или произошел тот случай, который известен каждому разведчику и который бывает только раз в жизни.
Катюша, перебирайся назад. А что случилось? Ничего не случилось. Все в порядке. Теперь все в полном порядке. Теперь мы с тобой победители. Нет? Устраивай детей поудобней и постарайся заснуть. Печку я выключать не буду, я тебя запру здесь. А ты куда? В моей машине тебя никто не тронет. А куда мы едем? Недалеко, не очень далеко. Постарайся заснуть. Тебе надо отоспаться. Завтра будет очень много хлопот и волнений. Каких волнений? Приятных. Штирлиц остановил машину за квартал от особняка Шелленберга. Только бы он был дома, повторял, как заклинание Штирлиц. Только бы он не уехал к Гиммлеру в Науэн или в Хоенлихен-Гебхарту. Только бы он был дома. Ему нужно было убедить Шелленберга в необходимости его отъезда в Швейцарию. Ему нужно было во что бы то ни стало получить выездные документы и немедленно. Бригада фюрер. Мюллер что-то знает о миссии Вольфа в Швейцарии. Вы с ума сошли. Этого не может быть. Этого быть не может. А откуда об этом знаю я? Кстати, откуда об этом знаете вы? Я знаю об этом, потому что Мюллер предложил мне на него работать. А почему он предложил именно вам? Наверное, его люди вышли на пастора. Садитесь. Его люди вышли на пастора. Это наше спасение. И я должен ехать в Берн. Я стану вести пастора, а вы должны после моего сигнала оттуда дезавуировать Вольфа.
Немедленно поезжайте в Берн. А документы? Или воспользоваться окном? Нет, глупо. Вы попадете в руки швейцарских властей. В конце драки они будут выслуживаться перед русским. Поезжайте к нам и выберите себе самый надежный документ. Я позвоню. Не надо, напишите. У вас есть перо? Лучше, если это вы сделаете своим. Я до сих пор не проснулся. В этом все дело. Гнал машину в границе, имея в кармане два паспорта. На себя и свою жену, фрау Ингрид фон Кирштейн. Пограничный пункт. Фон Кирштейн, прошу. Ингрид, помоги. Ты что, не слышишь? Узнай, в чем дело. Погранзастава. Контрольный пункт слушает. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Облако, сизым облако, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому. Берег мой, покажись вдали, краешком тонкой линии. Берег мой, берег ласковый, а до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко, очень далеко, идут грибные дожди, прямо у реки в маленьком саду созрели вишни. Наклоняясь до земли, где-то далеко в памяти моей, сейчас, как в детстве, тепло, хоть память укрыта такими большими снегами.
и меня. То пьяна, да не до смерти. Вот опять, как в последний раз, я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу ответа. Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облаком, ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.